Animal Rescue. Эта история началась в необычайно жарком августе 2021 года, когда полыхали лесные пожары в округах Эльдорадо и Амадор, Калифорния, США. Власти были вынуждены в экстренном порядке эвакуировать свыше 30 тысяч человек. Люди, животные, все действовали, повинуясь заложенным природой инстинктам. Лишь бы выжить, не сгинуть в огненном аду. Владелица пса по кличке Рас, взяв только самые необходимые вещи, решила эвакуироваться на личном автомобиле. Во время одной из технических остановок, перепуганный насмерть Рас улизнул из машины и убежал в неизвестном направлении. Хозяйка напрасно потеряла несколько часов, разыскивая и окликая питомца. Казалось, рухнули даже призрачные надежды обрести Раса вновь, особенно учитывая обстоятельства его пропажи. Хозяйка, надо отдать ей должное, не опускала рук, подключила социальные сети, уведомила спасательные организации. Так прошло уже свыше 4 месяцев. Титаническими усилиями стихию удалось обуздать. Пришла зима, настоящая снежная, с огромными сугробами. А хозяйка тем временем опустила руки. Ладно бы любимец пропал в обычной обстановке, не в момент самого разгула стихии. Казалось, шансов уже нет. И вот 16 декабря мужчина, катавшийся на лыжах в удаленном лесном массиве, заприметил собаку. Собака явно домашняя, не какой-нибудь там дикий зверь. Было отчетливо заметно, что животное замерзает. Возможно, голодает. Собака находилась прямо на сугробе. Лыжник успел сделать фото и разместить пост в социальной сети. Через многочисленные репосты о замерзающей в горах собаке узнали спасатели из той самой организации, в которую обратилась хозяйка еще тогда по горячим следам. Увы, организовать операцию немедленно не представилось возможным. Надо было готовить снегоходы, мотосани и прочую технику. Собаку видели в относительно труднодоступном месте, куда просто так не доберешься. Однако, пусть и с небольшим опозданием, спасатели выехали на место. Слава богу, собаку нашли, почти там, где указал внимательный лыжник. Жизнь уже едва теплилась в несчастном животном. Опоздали люди еще на несколько часов, и спасать было бы уже некого. Внезапно для всех пес открыл глаза. Крики радости раздались из их груди. Спасенного пса завернули в одеяло и повезли в ближайший поселок. Собаку отогрели, животное осмотрел ветеринар, назначил лечение. Но самое главное заключается в том, что у спасенного животного нашли микрочип. И вы, друзья, догадываетесь, это был не кто иной, как потеряшка Рас. Остальное оказалось делом техники, взять в руки телефон и набрать номер хозяина. Наша история доказывает, в любой ситуации надо верить и ждать. Как бы ни было тяжело, надежда есть всегда. Особенно, когда рядом неравнодушные люди, готовые помочь. В заключение один маленький, но важный момент. Да, мы о микрочипе. Как видим, именно это маленькое устройство размером с рисовое зернышко помогло счастливому воссоединению хозяина и собаки. Если вас не оставила равнодушным эта история, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До новых встреч!